Сегодня Егор Борисов в ходе встречи с заместителем главы МЧС России Павлом Барышевым предложил создать региональный арктический аварийно-спасательный центр для реагирования на ЧС в арктической зоне. По словам руководителя региона, центр может быть создан в форме федерального государственного учреждения с дислокацией в Якутске и Тиксе. Егор Борисов также напомнил о сложной транспортной логистике, в результате чего единственным способом сообщения со многими населенными пунктами остается авиация. В этой связи он попросил рассмотреть возможность базирования вертолета МЧС в поселке Тиксе. Кроме того, в связи с недавней аварией на Якутской ГРЭС, руководитель республики также отметил необходимость строительства специализированной пожарно-спасательной части в непосредственной близости от Якутской ГРЭС-2, попросив поддержать строительство за счет средств федерального бюджета. Происходит вообще природное явление. Я, конечно же, передам все направления, все три вопроса, которые вы задали. Арктика действительно развивается у нас. По поручению нашего министра, сейчас все заместители разъехались по регионам. Задача только такая одна, она и подготовка к зиме. Ну, конечно, это вопрос, который вы в конце уже озвучили, это по аварии. Мы побываем на месте, еще раз проанализируем действия подразделений. Этот вопрос тоже рассмотрим уже на занятиях с личным составом.